ноги являются одной из крупнейших мышечных групп в теле, поэтому их рекомендуется тренировать не чаще, чем раз в 72 часа. Другими словами, если вы выполняли тяжелые приседания со штангой в понедельник, в следующий раз ноги лучше качать в четверг или даже в пятницу. Однако, если же вы тренировали исключительно икры или внутренние мышцы бедер, то время сокращается. При этом итоговое количество дней, необходимых на восстановление мышц ног, зависит и от типа телосложения человека. Спортивные мезоморфы могут тренироваться более часто и в конечном итоге наращивать мышцы быстрее, тогда как организму худых эктоморфов или полноватых эндоморфов требуется увеличение количества времени на восполнение запасов энергии. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!